Итак, выбор темы ⁇ это ответственный, в какой-то степени судьбоносный этап для создания вашей письменной работы. В учебных заведениях право выбора темы предоставляется студенту, но не всегда это бывает так. Тема очерчивает границы, в рамках которых автор излагает свои мысли. Именно эти границы помогают ему вести своеобразный диалог с читателем. Чем яснее сам автор понимает границы своей темы, тем сильнее текст воздействует на читателя. При этом основными требованиями к отбору темы являются актуальность, новизна, практическая значимость и посильность темы для конкретного студента, наличие информационной основы и так далее. Следующие несколько советов – помогут вам выйти на правильную тему письменного изложения. Прежде всего, выбирая тему, учитывайте свои личные интересы. Это добавит необходимого энтузиазма к работе. Подумайте, какая из этих тем вам особенно интересна. Попробуйте просто фиксировать те вопросы, которые вас интересуют. Пусть это будут вопросы, записанные на полях вашей рабочей тетради, или в особом файле в компьютере, или же на специально отведенных страницах в вашей записной книжке. Вопросы эти могут стать темой ваших эссе или исследовательской работы. Затем набросайте несколько тем, над которыми вы готовы работать. При этом подумайте, какая из них наиболее органична для вас – Выясните уровень вашей информированности по темам, а также подумайте, сколько времени необходимо вам будет для написания, чтобы вложиться в отведенный для этого промежуток. Очевидно, что при выборе темы необходимо учитывать интерес аудитории, для которой предназначен данный текст. Подумайте, какая из тем окажется наиболее интересной для вашего потенциального читателя. При выборе темы важно определить, насколько интересующая вас тема уже исследована, а также насколько она нова и актуальна. В этом вам поможет совет преподавателя по данному курсу. С этим связан еще один момент. Это наличие достаточного количества литературы по данной теме. Если количество материалов по теме ограничено, Автору придется приложить больше усилий для поиска соответствующей литературы, а возможно еще и обратиться к источникам на иностранном языке. Подумайте, насколько вам это доступно. Выбирая тему, важно в фокусе своего внимания держать возможность применения результатов вашего исследования на практике. Это важно как для авторской мотивации, так и для читателей. Желательно выбирать сравнительно узкую тему, особенно в том случае, если объем работы ограничен. Теперь давайте обратимся к определению объема письменной работы. Это позволяет формировать границы вашей работы. Впрочем, лучше сузить тему, чтобы была возможность разработать ее более детально. Для этого необходимо ограничить объем работы. Представьте, что вместо 10 страниц вы можете написать только 7. Преподаватель сказал, что после седьмой страницы он не читает. И вот, далее необходимо определить время, отведенное на написание работы. И составить четкий недельный график часов работы над этим трудом. И самое трудное, это выбрать из широкого спектра вопросов только один. Процесс выбора темы формирует в нас осознание серьезности и ответственности данного этапа. Поэтому здесь не стоит спешить. Таким образом, из данной лекции мы узнали, что тема — это главное высказывание всей работы, вбирающее в себя весь объем последующих рассуждений и выражающееся в заголовке. Конец цитаты. Мы дали несколько советов о том, как правильно выбрать тему письменной работы. Теперь мы знаем, что тема распространяется в плане, план в тезисах, тезисы непосредственно в тексте. О том, как составлять предварительный план и писать тезисы, речь пойдет в нашей следующей лекции. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.